Скульптура, живопись, рисунок. Многогранен мир изобразительного искусства. И ученики Щелковской детской художественной школы из года в год демонстрируют свои таланты на различных конкурсах. И, конечно, их старания не могут остаться незамеченными. Сегодня в учреждении обучается порядка 700 ребят. Половина из них ежегодно участвует в конкурсах и фестивалях разного уровня. Игорь Черната в прошлом году участвовал сразу в нескольких конкурсах. Учится Игорь в 5 классе художественной школы и сегодня делится своими результатами за прошлый год. А это диплом финалиста международного конкурса «Звездная эстафета», а также третье место всероссийского конкурса «Сталинград. За Волгой для нас земли нет». Игорь признается, вдохновение на создание работ находит в окружающих его простых вещах, ну а самым важным для художника качеством считает веру в свои силы и талант. И уже сегодня парень определился с выбором будущей профессии, мечтает стать графическим дизайнером. Самое важное для художника – это верить в себя, никогда не сдаваться. Потому что если тебе нравится что-то делать, нужно идти до конца, и иначе у тебя ничего не получится. Любовь к своему делу – это одна из самых главных составляющих для художника. Свою любовь к творчеству ребята отражают на холстах и бумаге. Конечно, помогают им в этом их педагоги, наставляя юных дарований, обучая их в лучших традициях академического образования изобразительного искусства. Поддерживают рвение к прекрасным умениям и родители учеников Щелковской художественной школы. Ну а фестивали, различные пленэры и выставки – важная составляющая обучения. Ведь именно здесь ребята могут раскрыть свои таланты. Так, более 100 дипломов были вручены совсем еще юным художникам и ученикам постарше за участие в районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. Стоит отметить, для всех ребят награды за работы стали сюрпризом. Заранее никто из них не знал результатов. Первое, второе, третье место. Даже если когда свидетельство они получают, это тоже их радует. Вот. Их радует и их родители. Поэтому и было такое решение делать мини-отчет за полугодие, сколько они сделали, сколько трудились. Это для них очень важно. И важно, чтобы родители видно, что видели, что ребенок трудится, ему нравится. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».